Все началось со двора, во дворе просто играл. Нравилось очень сильно, с ребятами там бегал. И потом в какой-то такой период сначала попросил маму, чтобы отвела, у нее не получилось. И сам пошел, записался у тренера и начал ходить. Но потом он просил, чтобы мама все-таки пришла, и мама через какое-то время пришла, уже понял, что я занимаюсь футболом. Родители по поводу этого все время поддерживают, но как бы с самого детства, наверное, когда я пошел заниматься футболом, все, ну как мама думала, папа, ну как в детстве пошел, нравится, пусть занимается, почему бы нет, это ж лучше, чем там бегать по зауглам где-то. Нравится футбол, а потом со временем тогда уже, когда все старше и старше, все время футбол, даже иногда мешал учебе, и из-за этого были какие-то разногласия такие, ну. А сейчас уже, конечно, что, когда уже на какой-то уровень вышел, что они уже больше поддерживают. Все-таки говорят, что молодец, что начал заниматься. Все напоминают, когда там, когда мы играли с Колосом Ковалевка, 4-0 выиграли, я забил 4-й мяч и танцевал. Ну и все как-то это так запомнилось, оно так раскрутилось в интернете. Ну это такое единственное, что можно было запомнить. А так, в основном, я такого не запоминаю. Наверное, не было еще таких матчей или таких голов. В игровой день я стараюсь просто минимум делать движения, там, люблю. Ну часто просто лежу в кровати, там, или сплю несколько часов, побольше так отдохнуть. А так, чтобы какой-то настрой там был. Я не знаю, мне кажется, наоборот, когда для меня, когда идет какая-то такая накрутка большая, это еще больше меня может так накрутить, что я могу где-то, ну, слишком быть эмоциональным в каких-то моментах, и это сыграет со мной злую шутку, где-то получу карточку ненужную, где-то еще. И я стараюсь, наоборот, больше проводить там спокойствие, поспать, полежать там, посмотреть тот же телевизор или пообщаться там с партнером по комнате. Да не, я такой, у меня нет таких каких-то забубонов, чтобы там в одних носках ходить или там ничего никогда не менять. Ну, у меня как бы постоянно, ну, пока бутсы не порвутся, в одних и тех же бутсах могу играть. Не знаю, а так, чтобы какие-то там такие ритуалы у меня были, то такого никогда у меня нет. Вот посмотрел интервью Олега Синегуба, и теперь стараюсь тоже каждый день с утра чашку воды выпивать. Бабушка в танцы отдавала в эти бальные. Ну, там мне хватило, наверное, на недельку. Я оттуда сбегал и бегал во дворе в футбол. И даже когда я шел как бы туда на тренировку, оставался просто во дворе и бегал в футбол у себя. А так чем-то другим заниматься, ну, не знаю, какую себе мог выбрать профессию. Ну, все говорят, общительный такой, могу быстро найти общий язык с людьми. Может, что-то в этом роде, каким-то, может, комментатором. Или, может, интервью тоже брал бы, кстати. Может, у меня получилось бы быть ведущим каким-то. Так, я даже не знаю, никогда не задумывался об этом. Профессия у меня психолога, но по ней работать... Могу посидеть, послушать людей, но это такое. В отпуске летом играл в большой теннис. Сейчас очень часто выезжали, когда у нас были там... Или одна тренировка вечером, или когда был выходной, то мы с Владиком Клименко приезжали в Желтые воды и играли там большой теннис тоже. А так, каких-то таких хобби. Ну, на рыбалку ездили, мы здесь даже ездим, бывает там. Когда, ну, это тоже, это у нас было одно время, мы часто ездили, почти каждый день здесь вставали, с утра ехали на машине, вот этот, потом утром тренировка была, это на сборах. А это лето мы как-то так, без рыбалки провели, один раз, наверное, выехали. Ну, так интересно так посидеть. Какие-то такие еще хобби-то нет. В кино люблю ходить, смотреть фильмы. Когда приезжаю с девушкой, у нас там в кино ходим, где-то встречаемся с друзьями, с общими тоже там, ну, как с друзьями-футболистами, сидим компаниями, общаемся там. Какие-то, я не знаю, ну там обычные какие-то настольные игры, там вот эти, ну там разные этих настольные Uno, вот эти все бывают, сидим, играем, там, ну такое, как бы, в основном, честно, сейчас, как бы, расположение такое, мы
Или просто поехать где-то погулять по городу, как бы в Днепре ездить, погулять, пройтись по паркам. Или сходить в кино, потому что не так много выходных. Ну, и самое банальное, мы просто остаемся дома и проводим целый день дома, чтобы никуда не выходить, просто отдохнуть уже. С родителями тоже просто нахожусь дома, но часто сейчас, когда встречаюсь с родителями, там, ну, с мамой, то мы ездим к бабушке, к дедушке, туда их проведать, и там у них сидим, общаемся тоже, делимся впечатлениями, кто как, кто где был, кто как играет. Клименко Владислав. Профессионал своего дела. Не, на самом деле, ну как, мне с самого детства нравился, как играл Зидан. Очень нравился, такой импонирует его игра. А потом уже со временем, когда, ну вот это, получается, Барселона, Гвардиолы, мне очень сильно открылись такие футболисты, как Бускетс, Иньеста, ну такие футболисты с Энтрополя очень нравятся, так следил за ними часто. Ну, вот все как бы футболисты центра поля, я стараюсь как-то из каждого что-то такое, ну, смотреть интересное, что может помочь и мне в дальнейшем. Они все настолько умные, я не знаю, именно по-футбольному умные, настолько все подкованные, видят поле, ну и на самом деле так, чтоб из... так, что мне именно нравился Зидан. Такие ходили разговоры тоже, что будем тренировать в тандеме с Клименко. Но я сказал, говорю, я главным тренером точно не буду. Говорю, вторым это мое. Говорю, посходить, пошутить, где-то быть серьезным, где-то посмеяться, говорю, где-то с кем-то в карты поиграть, где-то еще что-то, в бильярд, говорю, да. Говорю, а главным я не хочу. А так чем-то другим заниматься, не знаю. Если получится, как бы хотелось правильно, каждый человек хочет что-то оставить свое, может какой-то бизнес открыть, может еще что-то. Если получится, почему бы нет, и в дальнейшем этим заниматься. Может что-то уже завтра кто-то позвонит, скажет, что нужна твоя помощь. Ну, я себе, главная цель такая в жизни, чтобы на самом деле очень хочется такую большую дружную семью, чтобы никогда не было никаких каких-то таких, ну не знаю, не разочарований, каких-то таких недопониманий в семье, чтобы все было, ну, чтобы все было хорошо. Достигну цели какой-то в футболе, я не знаю, ну, как бы, главные цели это какие там, выиграть чемпионат мира, там, Лигу чемпионов, золотой мяч получить. Это все футболисты, как бы, хотят, ну, надо тоже, как бы, понимать, на каком уровне сейчас играют футболисты, которые этого еще до сих пор не достигли, и на каком уровне мы играем. Конечно, я знаю, что взять любого из команды, все стремятся только к лучшему, и все хотят быть лучше, играть все выше и выше. Ну, посмотрим, как оно будет. Конечно, хочется для начала даже просто сыграть в премьер-лиге нашей Украины, для начала. А там почему бы и нет, если там уже закрепиться, идти дальше и дальше, может и... Дай бог, сборная в 2022 году выйдет на чемпионат мира, может, вызовут, если мы будем там.